Добрый вечер. Конституционный закон о выборах недавно был подписан главой государства. Как изменился документ с первоначальной версии и как повлияет на общество, обсудим в программе интервью. У нас в гостях вице-министр юстиции Наталья Пан. Итак, добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. В чем была необходимость как раз-таки внесения поправок в этот закон? Он действует уже последние лет 10, да? Да. Позвольте начать прежде всего с того, что институт выборов сам по себе подтверждение демократического устройства государства, любого государства. Угу. Его уровень развития, его уровень совершенствования отражает степень демократизации общества и государства в целом. В данном случае институт выборного законодательства не является исключением. Основными вехами можно назвать 2004-2007 годы, когда были исключены так называемые безальтернативные выборы, предварительное голосование. Был изменен порядок формирования избирательных комиссий местными представительными органами по представлению политических партий. Основным новшеством было внесение поправок в Конституцию, которые предусматривали внедрение пропорциональной системы выборов при проведении выборов депутатов Мажилиса. Угу. Причем основное новшество заключалось в том, что внедрялся правовой механизм, при котором парламент формировался при участии двух партий, даже если одна из них не набирала 7% необходимый барьер. Угу. То есть какая-то конкуренция была уже установлена вот этими поправками в 2007 году. Сама по себе пропорциональная система имеет ряд преимуществ, поскольку позволяет партиям более шире быть представленными в органах власти. В данном случае мы внедряем эту систему, закон внедряет эту систему на региональном уровне при выборах депутатов маслихатов. Но мы посмотрели, последние поправки были внедрены только в 2009 году. То есть за 9 лет уже потребовалось проанализировать, пересмотреть ряд механизмов, усовершенствовать некоторые положения. И Министерством юстиции было принято решение о разработке проекта закона по внесению поправок в Конституционный закон о выборах. Были внесены предложения в план законопроектных работ правительства на 2018 год. Затем разработана в соответствии с требованиями закона о правовых актах и правилами организации законопроектной работы концепция законопроекта. Концепция была размещена на портале «Открытый НПА» и на веб-сайте Министерства юстиции для широкого обсуждения. То есть наша общественность могла спокойно ознакомиться с нормами проекта концепции. Следует отметить также, что у нас функционирует межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности при правительстве, на которой также был рассмотрен и обсужден проект закона, проект концепции. В ее работе принимают участие, следует отметить, не только представители государственных органов, но и представители неправительственных организаций, бизнес-сообщества, научные круги. Угу. Они имели возможность рассмотреть проект концепции заблаговременно, заранее рассылается проект, получаются замечания, предложения и уже активное обсуждение на непосредственно самом заседании. 2 февраля проект концепции был одобрен. Министерством юстиции по итогам была создана рабочая группа по разработке уже самого проекта закона, которая детально, тщательно каждую норму, каждое положение отрабатывала на профессиональном уровне. Также мы разослали проект закона в заинтересованные госорганы и организации, в общественные советы. Вы знаете, что общественные советы – достаточно серьезные структуры, которые, деятельность которых регламентируется на законодательном уровне. Были получены положительные отзывы научной экспертизы. Это обязательное требование в законодательном процессе. И, значит, в марте текущего года законопроект мы представили в правительство, в апреле 2018 года в Мажилис парламента. В Мажилисе парламента также было очень широкое обсуждение на рабочих группах, на комиссиях. Был даже организован круглый стол с представителями неправительственных организаций, международных экспертов, представители ОБСЕ участвовали и даже сами политические партии, некоторые из которых позиционировали себя как оппозиционные. Угу. Поэтому были внесены поправки депутатов, и 20 июня парламент одобрил
закон, и закон был внесен на подпись главе государства. Как раз-таки они очень долго обсуждались. Я знаю, что прошло даже несколько стадий рассмотрения в парламенте. Вот расскажите подробнее, вот что же все-таки как бы не то чтобы не устраивало, но вот хотели довести до совершенства вот как раз-таки наши депутаты? По поправкам депутатов были рассмотрены предложения депутатского корпуса, очень такие полезные, очень такие улучшившие качество законопроекта. Допустим, предусмотрена норма о том, что политические партии в своем уставе обязаны прописать основания отзыва и ротации кандидатов в депутаты и депутатов маслихатов, самих уже депутатов. То есть помимо того, что депутаты маслихатов подотчетны перед населением, они также еще должны будут иметь в виду, что политическая партия имеет определенные рычаги влияния, и ту платформу, которую она заявила, те программные вещи, которые они собираются реализовывать, депутат и кандидат в депутаты должен быть ответственен также перед своими однопартийцами, скажем так. Хорошо. Это как раз-таки говорится об ответственности, да, перед коллегами? Да, да. Это усиливает положение политических партий, их роль в решении дел на местном уровне именно. То есть если население административно-территориальной единицы ранее голосовало за одного кандидата, да, то теперь население голосует за список кандидатов той партии, политическую платформу и предвыборную программу, которую население поддерживает. Риски здесь какие снимаются? Если за одним кандидатом могли стоять определенные силы, мог лоббировать какие-то свои узкие интересы, то теперь политические партии – единственная сила, которая предлагает и продвигает своих кандидатов в органы власти. Теперь уже на региональном уровне. Угу. То есть как раз-таки депутатов маслихата также выбирают по пропорциональной да, схеме. Да, да, угу. Да. Это особо не новшество, потому что у нас такая система действует при выборах депутатов мажилиса парламента. Хорошо себя зарекомендовала эта система и представлялось целесообразным распространить это уже на местный уровень. О каких новшествах можно говорить сейчас? Значит, как я уже отметила, пропорциональная система. Следующий шаг – это упразднение окружных избирательных комиссий. Вот, чтобы было понятно, окружные избирательные комиссии – это одно из звеньев системы, структуры, органов избирательного процесса. Поскольку у нас изменилась система выборов, ушла такая процедура, как довыборы, поскольку кандидаты теперь будут избираться по партийным спискам, соответственно, такая функция отпала. И основная деятельность окружных избирательных комиссий, часть ее функций перешла к территориальным избирательным комиссиям. Территориальные избирательные комиссии тоже имеют свое новшество здесь. Два ее члена будут осуществлять свою деятельность на постоянной профессиональной основе. Ну, вы понимаете, любая деятельность требует профессионального подхода, грамотности участников избирательного процесса, тем более такая серьезная процедура, как выборы. Поэтому вот эти два члена законом наделяются правом и полномочиями по актуализации списков избирателей, электоральному обучению, совместно с местными исполнительными органами формируют границы избирательных округов. То есть достаточно серьезные полномочия, которые требуют ответственного, серьезного профессионального подхода. Вот. Дальше. Третьим блоком является новшество по цифровизации процессов избирательных. Мы приняли программу, как вы знаете, «Цифровой Казахстан». Эти мероприятия идут в общей канве. И если сейчас у нас списки формируются где-то в бумажном виде, даже такие архаичные вещи у нас остались, то сейчас мы предлагаем использовать весь потенциал информационных систем госорганов, в частности, списки избирателей будут формироваться при участии государственной базы данных физические лица. В нее будут вноситься дополнительные сведения, списки избирателей, границы избирательных округов. И таким образом нижестоящие избирательные комиссии будут предоставлять сведения для сверки вышестоящие. Центральная избирательная комиссия наделена полномочиями по формированию республиканского единого электронного списка избирателей. То есть уже такие неточности и повторы, которые где-то у нас проскальзывали, их степень частота минимизируется, надеемся, что. Кроме того, опять же, как я говорю, вовлекаются информационные системы в избирательный процесс и, в принципе, выборное законодательство. Устанавливается перечень обязательных сведений, которые должны быть опубликованы на сайтах избирательных комиссий и местных исполнительных органов. Допустим, имеет право население знать, на каких условиях предоставляется эфир, допустим, да, в печатной продукции, сроки, условия, оплата
если случается ситуация перевыборов, там, перепочета голосов, также информация должна быть размещена в открытом доступе. Угу. Да, и, значит, ну, основные также институты, ряд поправок были внесены в связи с необходимостью совершенствования, как я уже отметила, требования к уставу в политической партии. И, кроме того, право политической партии самостоятельно определять очередность кандидатов в списке. То есть это будет алфавитный порядок или иной приоритетный порядок. Партии предоставлено самостоятельно такое право решать. Кроме того, в целях распределения более эффективно нагрузки на состав избирательной комиссии устанавливается требование в зависимости от количественного состава, формируется в зависимости от количества избирателей. Допустим, если в населенном пункте менее 2000 избирателей, состав формируется в количестве от 5 до 7. Если более 2000, от 7 до 11. То есть вы понимаете, что нагрузка, чтобы эффективно осуществлять свою деятельность, должна быть адекватная, планомерная нагрузка, которая бы позволила функции осуществлять более эффективно, более результативно. Угу. Вот, в общем-то. Хорошо, это вот как раз такие новеллы, да? А вот, выборный процесс в Казахстане, он всегда как-то был под пристальным вниманием зарубежных, да, иностранных наблюдателей. Были ли учтены их предложения, вообще поступали ли предложения от, так сказать, иностранных наблюдателей, и были ли они все-таки учтены при разработке вот этих поправок? Да, абсолютно правильный вопрос, потому что, как я уже отметила, за годы независимости у нас были проведены два референдума, кампании по выборам президента, мажилиса парламента, и на всех этих процессах участвовали представители от ОБСЕ. Их рекомендации рассмотрены, учтены в представленном законе. Так, например, установлено требование, чтобы на информационных порталах ЦИКа и территориальных избирательных комиссий были опубликованы списки лиц, которые проголосовали, скажем, по открепительным удостоверениям. Это все дополнительная прозрачность, транспарентность процесса, чтобы ни у кого не было вопросов. Потом внесены такие новшества, как точное время окончания работы избирательных участков до 18:00. То есть граждане должны знать, да, ориентироваться, что в 18:00 избирательные участки будут закрываться. Помимо этого, большое внимание международными экспертами, и у нас есть конвенция по совершенствованию выборного законодательства СНГ, уделяется правам лиц с ограниченными возможностями. То есть установлено требование, что избирательные участки должны оснащаться необходимыми помещениями, необходимыми механизмами для того, чтобы такие лица могли полностью реализовать свое право, избирательное право. Также можно отнести к новшествам, которые были внедрены по рекомендации международных экспертов, это во избежание, значит, знаете, такого давления, которое иногда может происходить на состав избирательной комиссии, чтобы не разрешается, чтобы более половины состава избирательных комиссий были работниками одной организации. Но у нас привлекается иногда учителя, директор школы, председатель комиссии, чтобы он не мог уже своим волевым решением повлиять на, допустим, результаты подсчета голосов. Здесь есть исключения, это, допустим, отдаленные районы, труднодоступные места, допустим, отгонное животноводство. Здесь мы сделали исключение, и там уже, наверное, такое требование будет исключено. Ну, а вот это вот требование, то есть раньше были такие факты? Вы знаете, практика показывает, что совершенству нет предела, и, наверное, не без таких огрехов, когда все-таки население, может быть, не особо доверяло. Мы поэтому постарались все это изучить и внедрить те именно новшества, которые повысят доверие населения, доверие нашего общества к избирательному процессу. Но вы не проводили исследования, как население вообще относится к этому документу? Ну, как я уже вам говорила, у нас, в принципе, сейчас век технологий, мы проводили, во-первых, обсуждения, во-вторых, мы вывешивали, это было размещено на портал у нас открытых данных, то есть люди могут комментировать, вносить поправки, предложения. Допустим, были такие предложения, а как вступать в политическую партию, да, то есть уже население стало понимать, что политические партии — это та сила, которая реально может улучшить жизнь общества и страны, и это та сила, которая борется, да, за власть, потому что только благодаря общим усилиям можно сделать любые изменения, позитивные изменения в жизни каждого. Притом я хотела бы отметить, что
не обязательно политическая партия может выдвигать кандидатов, которые являются членами этой партии. То есть мы никого не заставляем этим законом вступать предварительно в политическую партию, а потом уже иметь право баллотироваться. Угу. То есть если ты яркая личность, если ты, в тебе виден потенциал, то партия должна быть заинтересована, чтобы такие люди, как ты, участвовали и были на ее стороне, скажем так. Угу. Понятно. Угу. Ну, а когда же все-таки уже мы, так сказать, на практике узнаем, угу, как работают все эти принципы? Ну, мы начали сейчас широкомасштабную такую правораздельную работу, информационную работу. Я думаю, что следующие выборы – это уже работа Центральной избирательной комиссии, график проведения выборов на сайте. Я думаю, в ближайший год это все будет реализовано. Угу. То есть это касается именно выборов депутатов? Местных представительных органов, не мажилиса. Uh-huh. Да, мажилис у нас уже и так по пропорциональной системе, там уже все у нас нормально. Мы хотели бы, чтобы именно региональный уровень, политические партии были представлены именно в местных представительных органах маслихатов всех уровней. Uh-huh. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Успехов вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Я напомню, уважаемые телезрители, что у нас в гостях была вице-министр юстиции Наталья Пан. Всего доброго.